30 лет президентства – это 30 лет стабильности политической, правовой, экономической и социальных систем Республики Беларусь. Президент как личность и как институт находится в авангарде всех этих основных процессов в нашей стране. Никакое демократическое поступательное развитие и возрастающее экономическое благополучие невозможно без жесткой вертикали власти, на вершине которого находится арбитр. Белорусам крайне повезло, что 30 лет эту роль арбитра выполняет такой достойный и ответственный человек.